Ну и напоследок, существуют такие приложения для вызова такси, с помощью которых пассажиры могут увидеть передвижение водителя. И было бы неплохо, если бы таксист тоже мог отследить передвижение своих пассажиров. Итак, представьте, водитель ждет семейную пару. Чего они так долго? Что они там делают? О, стандартная ситуация, это надолго. Надо их поторопить. Алло, молодой человек, я включаю счетчик. Ну вот, засуетились, другое дело. Ну, наконец-то. Так куда она пошла? Да блин, это еще на полчаса. Мужик, успокойся. Мужик, не надо. Ну, я же говорил. Так, это бесполезно. Подождите! Я кое-что забыла. Да что еще? Все. Да как они это делают?